Друзья, приветствую вас на своем канале «Пламя». Спасибо, что смотрите мои видео. Сегодня у меня приятный сюрприз, которым я спешу поделиться с вами. Пришла мне посылка от моего подписчика Вениамина из города Бузулук Оренбургской области. Примерно месяц назад Вениамин обратился ко мне за помощью, за онлайн-консультацией исправления дымящего мангала. Вениамин собрал свой мангал, он его дымил, прислал мне фото, видео. Я изучил материалы, дал ему рекомендацию по исправлению. Мангал он исправил. Теперь мангал работает отлично, не дымит. И Вениамин в знак благодарности прислал мне вот посылочку. А внутри Макарыч. Значит, здесь спиртные напитки. Ну, сейчас мы пойдем и посмотрим, что же там внутри. Распаковка. Друзья, ну что, мне самому уже не терпится открыть эту посылочку. Напоминаю, посылка пришла из Оренбургской области, города Бузулук. Прислал мне ее мой подписчик Вениамин Волгин. Вениамин Волгин занимается винокурьем. Он делает вино, делает ром, там бренди, виски. И вот он, знак благодарности, прислал мне эту посылочку. Он мне пообещал, что здесь будет несколько спиртных напитков, крепких, алкогольных. Ну вот, сейчас мы откроем и посмотрим, что же у нас там внутри. Помог я Вениамину сделать мангал. То есть мангал у него дымил. Вениамин прислал мне видео, как он исправил этот мангал. Видео можно посмотреть на моем канале. Все ссылки будут в конце видео. И, значит, ссылка на сайт Вениамина тоже будет под видео. Все, что требуется для того, чтобы приготовить эти напитки, вы сможете приобрести на этом сайте. Два вида спиртных напитков. Ну что, друзья, приятный сюрприз. Две. Интрига накаляется. Вот, ребята, смотрите, какая красота. Вы только посмотрите на это. Бурбон российский, кукурузный самогон. Вот, ребята, Макарыч. Макарыч. Давно я уже такого не получал в награду за свою работу. Но знаете, как приятно, когда вот подписчики, да, получили то, что они хотели. И вот они угощают меня такой вот красотой. Да такое вот даже раскрывать и пить жалко. Это, смотрите, как интересно. Я думаю, вкусное будет. Дистиллят виноградный. И чача. Чача и бурбон российский. Вот это Макарыч. Айда Вениамин Волгин. Спасибо тебе, дружище. Я очень доволен. Мне очень приятно получить такой презент от своего подписчика. Ребята, я хочу вам сказать, что если вы хотите такое же получить, да, можете вот пройти по ссылкам, обратиться в гильдию виноделия. Ну, виноделия не говорят, да, винокурия. Дистиллировано и бутилировано в домашних условиях. Кукурузный самогон. Ну, это обязательно я продегустирую и скажу вам, какой же вкус у данных напитков. Друзья, представляю вам мою вторую половинку. Моя жена Оксана Юрьевна. Приятно познакомиться. Вот я подготовил, снял, вернее, упаковочную ленту. Это специально для пересылки Вениамин упаковал. И хотим сейчас продегустировать. Сначала попробуем кукурузный самогон, бурбон. Крепко закрывается. Пахнет хорошо. По чуть-чуть. Ну что, я скажу такой кавказский тост. Желаю вам всем кавказского долголетия, кавказского здоровья крепкого.
Ну и хочу пригласить вас всех, приезжайте к нам в Адыгею, на Лаганаке, в горы. Будьте здоровы. И спасибо большое Вениамину, вообще подписчикам, всем привет. Канал Пламя. В общем, еще раз, очень приятно, я очень тронут этим подарком. Сейчас попробуем. О, ничего хорошего, настоящий продукт домашний. Это мы сейчас продегустировали кукурузный самогон. Ну, кукуруза вообще не пахнет. Такая приятная, мягко пьется и чувствуется градус такой хороший. Ну что, теперь мы попробуем чачу, продегустируем, а потом на Новый год выпьем в кругу семьи, когда дети к нам придут. Друзья приедут. Да, друзья приедут. Из Дениса Пандарской. Ну что, друзья, хочу еще раз вам сказать, подписчики, вот я за ваше здоровье и выпью как раз вот эту чачу. Желаю вам всем здоровья, крепкого. Смотрите мои видео. Вениамину отдельное спасибо. Ну, чача покрепче будет, чем бурбон. Ну, что, ребята. Если вы заинтересовались, да, заинтриговались, вот настоящий продукт рекомендую, лично продегустировал. Ссылки все внизу, можете пройти на сайт Вениамина и заказать у него. Спектр продуктов весь там указан. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, пока. We'll be right back.